он. И у нас два гостя. Мы сегодня, у нас двуязычные фирмы, так как мы вещаем в том числе на области, где якобы ущемляют права русскоязычных. Будем говорить по-русски. Отже, Олександр Чалий, да, кадровий нет, дипломат, і Євген Кирилович Марчук, який очолював СБУ, РНБО, точніше не очолював, був секретарем РНБО, і також був прем'єр-міністром. От можна міністром оборони і міністром оборони, так, шостим, якщо я не помиляюсь, міністром. Щоб ми перед тим, як будемо задати питання, ви можете дати, от ви, як два чоловіка, які пройшли разное в российско-украинских отношениях и понимаете все тонкости. Что сейчас происходит? Вообще, вот как вы это оцениваете, как объяснить это людям вообще, почему это произошло? С чем это связано? Кто первый? Якщо ви надали мені слово, то я хочу сказати, що причина те, що відбувається на Україні, вона подвійна. Це певна криза внутрі українського суспільства, але ця криза, в якомусь мірі Майдан, був спровокований геополітичною суперечністю із-за України між Заходом і Сходом, між Штатами, Європою і Росією. Тобто вони весь цей час продовжують боротьбу за Україну. В цьому розумінні є такий дуже популярний європейський міністр Карл Більд, який з великим захватом писав, що в Києві йде боротьба між Європою і Євразією. Так от Карл Більд в якомусь плані винний за те, що відбувається сьогодні. Я хочу сказати, що ви запитали, а що хоче Росія? Я залишу вам заяву МЗС Російської Федерації від 27 лютого. Тут все написано. На жаль, ми інколи не чуємо, що хоче Росія. Перекладіть нам, чого ми не почули. Ну, по-перше, ви правильно тут все вони написали. Росія сьогодні дуже чітко вважає, що законним президентом України є Віктор Федорович Янукович. Відповідно, що вона намагається зробити? Вона намагається зробити, і це, я чув ваше запитання, де буде риса, поки Захід мовчить і поки ми на Україні розбираємося, якомога далі відсунути лінію, де буде проходити майбутній переговорний кордон між тими регіонами, які визнають Віктора Федоровича Януковича президентом, і тими, які його таким не визнають. Оце Росія далі хоче торгів, але не з нами, а з Заходом, стосовно нашого майбутнього статусу. Із позитива Росія ніде не сказала, що вона хоче частину території України. Тобто формально, юридично вона ніяких претензій до нас, ну, не заявляє. Так було, я по Абхазії, пам'ятаєте, ізначально не заявляли. Да, да. Однак, якщо вона хоче зробити певний переговорний плацдарм, за рахунок, і тут в мене немає ніякого сумніву, це чиста агресія, яка на сьогодні абсолютно зрозуміла. Якщо Росія нам пару днів назад казала, що це ваша внутрішня справа, то сьогодні це не просто агресія. Це агресія країни одного із гарантів по Будапештському меморандуму, яка надала нам ці гарантії, я підкреслюю, у зв'язку з нашою відмовою від третього ядерного потенціалу в світі. І я звертаюся до своїх російських колег, щоб вони розуміли, якщо світ не дотримається цих гарантій, це буде означати два великих наслідки, що ніякі переговори по Ірану нікакого не будуть не мати ніяких позитивних наслідків. Ви відкриваєте питання ядерної Пандори для Північної Кореї, тоді вона в очах всього світу робить правильно. І це я звертаюся як до своїх західних колег, так і до східних. І, по-перше, ви даєте право нам повертатись до ядерного статусу. А в Україні є достатньо гарячих голів, які це можуть зробити. І є достатньо технологій і всього. Тому ціна питання дуже висока. Тому сигнал сьогодні, по-перше, треба мати дуже добру холодну голову. Ми з Верховної Ради були там, нас запросили двох як радників. Ми повністю підтримуємо, що сьогодні ми повинні зробити мирний супротив. Ми не повинні не дати ні одним своїм кроком, щоб нас звинувачували, що ми застосовуємо силу. І друге, ми повинні, от я дивлюсь, як ведуть себе західні країни. Я подивився на раду засідання РНБО, я дуже, ну, це не серйозно. Те, що мають Раду безпеки. Навіть і виступи. Ми повинні, нам дали гарантії 5 країн. Китай, він їх підтвердив,
Я просто був на цих всіх переговорах. Я це все пройшов і робив своїми руками. Китай, Франція, але підписали Великобританія і Сполучені Штати Америки. Ми повинні, якщо Росія не хоче зараз говорити в цьому контексті з нами, нехай терміново сідають в цьому форматі і говорять з Росією країни-гаранти. І ми повинні окремо з ними говорити. Тому що якщо зараз одна із країн є факт прямої агресії, причому від країни-гаранта, так, тому інші країни-гаранти повинні... Це взагалі безпрецедентно. Це безпрецедентно. Тому інші країни-гаранти повинні заявити, що вони будуть робити. Якщо вони найближчі дні не заявлять чітко, що може навіть часи, що робити, тоді Україна вправі робити все, що вона буде вважати за доцільне. От питання, я думаю, що дуже багато людей, які зараз дивляться нас, просто щоб вияснити, вони скептично ставляться до того, що ви кажете, наприклад, що Україна може робити все, що вона хоче. Чи дійсно Україна може дати якийсь відсіч, відповідь там, ядерним озброєнням, можливо, військовими якимись діями? Чи поки що це просто погроза? Чи ми можемо це зробити? Послухайте, можете, я коли це вчув, я вам зараз приведу один приклад. Коли починався Майдан, і коли був перший розгін, хтось вірив, що це завершиться тим, чим завершилось через 3 роки. Уряд Януковича цьому не вірив. Якби він просто зробив те, щоб зробив президент любої демократичної країни, він сьогодні був би президентом. Сьогодні ми в тій же ситуації. Україна – велика країна з точки зору всіх компонентів військових. Зараз Євген Кирилович про це скаже. Ми можемо програти битву. Ну, війну ми не програємо. І це буде війна в центрі Європи. І ми побачили, що люди віддали своє життя за те, щоб мати демократію. Скільки мільйонів людей вийде, щоб віддати своє життя за те, щоб ця країна була вільна від тоталітарної, так скажемо, агресії, яку на нас нав'язують. Тому я хотів зробити одне звернення до людей. Дорогі мої соотечественники, на Западній Україні, в центрі України, я з центру, я з Вінниці, на Востокі. Я призиваю вас всіх завтра в 12 часов виходіть на площаді, мирно виходіть на площаді і показати всім нашим народам, ми не агресори, ми сохраняємо спокійствие, ми не зробили ні одного шага с точки зрения военной силы в отношении даже тех агрессоров, и так, как ведут себя сейчас российские войска в Крыму. И я с уважением снимаю шапку перед украинскими пограничниками, перед украинскими военными силами. Но народ должен выйти в Донецке, в Харькове, в Сумах, в Полтаве, в центре, в Одессе, в Николаеве. Я к вам обращаюсь, вы сегодня сила. Если вы выйдете и вас увидит мир, мы дадим ответ России и покажем всему миру, что страна, мирная страна, она просто хочет мира и демократии. И не надо много слов. До речі, а чи порушував сьогодні представник України в Радбезі ООН питання про те, що, ну, по суті, недотримання гарантій за Будапештським меморандумом відкриває небезпечний ящик Пандори для всього світу? Послухайте, я зараз передам Євгену Кириловичу. На мій погляд, я думаю, що на цій стадії ми можемо, як ми не в державній владі сьогодні, ми просто кажемо той сценарій, який буде розвиватися, як експертний. Але ми експерти, які це робили все своїми руками, в тому числі і українсько-російський договір. Ми вдвох з Євгеном Кириловичем ввели цю тему, і ми його довели до парафування. Однак, я хочу, тому що я не розумію позицію Заходу. От перезвонив Путін Оланду останнє і пожалкувався. Оланд що... Путіну. Ні, навпаки, Путін Оланду, що погано ставляться до його соотечественників в Україні. Ми вправі требувати, щоб країни-гаранти, якщо з нами не хоче говорити Росія, це її право, тоді вони повинні срочно зібратися четвером и переговорить, установить факты, прислать наблюдательные миссии. Если мы не правы, пожалуйста, давайте принимать решение. Если мы правы, пожалуйста, успокойте гаранта. Мы будем очень долго разбираться с ООН. Россия имеет там право вето. А вот право вето среди стран гарантии она не имеет. Но время пошло на часы. И я абсолютно с вами прав. Если сейчас Российская Федерация
увидит этот вакуум реакции, особенно от простых людей, которые могут завтра выйти на улицу, то будет большое искушение сделать то же самое, что было сделано в Крыму. Вот сейчас избран некто губернатор Донецкой области. Завтра он или сегодня ночью обратится с просьбой к Владимиру Владимировичу. Ведь что нас насторожило? Я бы еще понимал решение Федерального собрания России, где речь бы шла о Крыме. Но речь идет обо всей Украине, речь идет о Киеве. Мы можем получить завтра российский десант здесь. И дальше этот десант привезет нам легитимно избранного президента Януковича. Не получим пока десанта. Нет. Теоретически, практически нет. То есть мы должны очень четко понимать, что такая сейчас конструкция, что россияне выстроили конструкцию, что они точно так же в Равдебезе это оправдают. Вот мы с Евгением Кирилловичем обращаемся к тем, кто сегодня стоит возле российского посольства. Это ваше право там стоять. Причем прямо сейчас. Да, прямо. Но я просто, мы на коленях вас просим, ни одной провокации. Ни одного камня. Ни одного камня. Потому что весь мир облетят эти камни. Этого от нас хотят. От нас сейчас хотят силы, чтобы потом оправдать действия сил. Мы еще не подключили Америку, Великобританию. Это тяжеловесы. Им нужно время, чтобы войти. Нам надо выиграть вот этих несколько часов, несколько дней. До понедельника хотя бы. Но нам нужно дать очень четкий сигнал, и обращаясь к украинским дипломатам. Вы сегодня должны... Вот у нас сейчас были некоторые разговоры с советниками ряда президентов ряда европейских стран. Вы знаете, они как дети. Они говорят, да, а в Крыму разве что-то происходит? Да нам сказали, вот мы наши лидеры звонили Путину, Путин сказал, что там идет в соответствии с соглашением о базировании Черноморского флота передислокация наших войск в Крыму. Но ведь мы-то знаем, что это не так, значит, нужно положить конкретные данные, разъяснить на местах, вызвать послов, особенно стран, которые гарантировали нашу безопасность, вызвать в МИД. Нам нужна сейчас очень конкретная работа каждый час, всю ночь. Потому что сегодня только ложь может позволить, чтобы произошло неотвратимое, то, чтобы произошло, чтобы оправдали вот эти совершенно агрессивные действия в отношении Украины. Я обращаюсь к твоим русским коллегам, если они меня слышат. Последствия того, что может произойти, страшные. Страшные для Украины, страшные для России, страшные для Европы. Мы никогда не проливали кровь друг друга последние там 300 лет. Подумайте, что вы делаете. Но результат же будет один и тот же. Тот, который произошел через 40 лет после чешских событий, через 50-60 лет после венгерских. Национальный дух вы не победите уже никогда. Но если вы это начнете, вы очень быстро развалите всю Российскую Федерацию. Поэтому давайте садиться, давайте договариваться. Теперь я хотел сказать в позитиве. Что хочет Россия? Путин подает, на мой взгляд, сигналы, что он хочет сесть за стол переговоров и договориться о статусе Украины. Вот в этом только заявлении... Только не с нами. Да. Но не да, с нами. Потому что он понимает, что если мы ему что-то пообещаем, а Запад не пообещает, то, как и было после развала Советского Союза, устные обещания Путин больше верить не будет. Которые дали в свое время Шеварнадзе и дали Ельцину в отношении расширения НАТО. Последняя фраза была следующая в этом заявлении. Что... НАТО заявляет, что Украина, не нужно ей сейчас ставить вопрос в НАТО. Это не на время, не потом. И он говорит, как же так? У вас действует закон о неблоковом статусе. И в это время господин Расмуссен говорит о том, что возможности членства НАТО могут быть. Вот это самая раздражающая часть. Давайте предложим Путину то, что предложила Австрия после Второй мировой войны. В неблоковый статус? Нет. Нейтралитет? Постоянный нейтралитет на основе договора. Но в основе этого также было, что советские войска уже вышли из Австрии. Может быть, в перспективе поставим, пусть там поэтапный вывод Черноморского флота. Но сегодня нужно договориться. Даже Бжежинский наконец-то это понял и в последнее время предложил, что Украина должна стать Финляндией. Финский вариант. 21 века. Но финский вариант – это то, что мы имеем сейчас. По существу, это воля только нашей страны быть неблоковой. Но мы должны ее зафиксировать. В юридическом статусе. Мне кажется, Россия готова в таком статусе разговаривать. Но в основе этого лежит
положение Будапештского меморандума. Поэтому я просто призываю. Сегодня нам нужно инициировать двухходовой формат. Россия не хочет говорить с нами, давайте так. Пусть гаранты говорят с Россией, а мы говорим с гарантами. Уже начала Россия говорить сегодня. Пожалуйста, Евген Кириллович. Да. Теперь... Давайте я два момента дополню. Мы можем молчать в этом эфире. Да вообще, нет, правда. Ну что там, я нет, дополню деле, просто в развитии того, что... Ну что, я согласен совсем, за исключением там одной... Я имею в виду о постоянном нейтралитете. Именно сейчас это мы можем только расхолодить ситуацию в пользу России. Ну, это дискуссионный вопрос. Я не об этом хотел сказать. Давайте посмотрим на эту ситуацию еще с такой стороны. Абхазия, Южная Осетия, Крым, Черноморский флот и Приднестровье. Это так называемый пояс Protection Belt, то есть своего рода, так защитный сказать, пояс. Защитный пояс России на стыке с НАТО в зоне, в Черноморской зоне. Россия решила для себя вопрос в Грузии, Абхазия и Южная Осетия. Приднестровье у нее там постоянно, то, что называется замороженный конфликт, но в принципе у нее там постоянная возможность туда десантировать огромный военный контингент и согласно там их договоренностям. И крымский феномен, Черноморский флот. И сейчас я думаю, что Россия попыталась воспользоваться ситуацией, исходя из чисто нашей внутренней. И главным образом даже не тем, что Янукович убежал из страны, а как раз тем, что началось формирование правительства. То есть молодые там, люди, не все опытные, определенный период. Ну, короче говоря, тут сложности... Вакуум влады, так да, да, сложности определенные. И практически на какое-то время произошло, ну, не без власти, но вакуум определенный. И мы хорошо знаем с Александром Александровичем весь блок Черноморского, договорную всю базу украинско-российскую по Черноморскому флоту, и пришлось работать над всеми ими. И могу я сейчас, думаю, сомнения нет, утверждать стопроцентно, Россия в чистом виде нарушила базовые соглашения по Черноморскому флоту. Ну, я не буду много приводить примеров, они всем известны, но то, что многим, в том числе и для Запада, мы сегодня поясняли некоторым своим знакомым, а знаете ли вы, что российские военные заблокировали, допустим, военный аэродром Бельбек, военная структура вооруженных сил Украины, и разрушили практически все приборы по управлению воздушным пространством. Ну, это, причем это все было сделано еще до решения Совета Федерации. Тобто, до решения. Федерации постфактум, да, просто это уже было те, постфактум. Я уже не говорю о том, что ну, других очень много примеров, которые ну, вопиюще свидетельствуют о нарушении Черноморских соглашений, потому что военные российские вышли за пределы базирования. А, ну, какое отношение Симферопольский аэропорт имеет? Ну и так далее. Я думаю, примеров достаточно для того, чтобы утверждать, что Россия, я бы сказал, даже оскорбительно нарушила соглашение по Черноморскому флоту. И второе обстоятельство, очень важное. Я думаю, что не надо быть даже там специалистом по разведке или по спецоперациям, чтобы, оглянувшись назад, увидеть, что все происходило, как говорят специалисты, как по книжке в этих спецшколах. Конфликт зарождался на ситуации слабой власти временного такого периода. Так? Были использованы обстоятельства, которые нам всем известны. И конфликт дальше я не буду пересказывать, все знают его хорошо. Посмотрите, как систематически происходило наращивание конфликта.
Я думаю, достаточно даже взять, сопоставить пресс-конференцию Януковича, да? И события на второй день. Да, первое его заявление, первый заход в парламент. Да, совершенно верно. В один день произошел. Единственное, вы знаете, вот у меня до сих пор есть такой вопрос, на который у меня нет ответа. Кто и что сказал Януковичу во время, после соглашения с оппозицией и с представителями европейскими, да? Что сказал кто-то такое, что он лично и вся команда в панике, бежали этот день вечером, ну, ночью. Не мог Янукович испугаться, ну, с точки зрения, как президент, которого вооруженные силы полностью, спецназы военные, я говорю, для защиты даже, да? Военные все знают, да не только военные, что зайди в генеральный штаб, в генеральном штабе есть, ну, без детализации, достаточно много условий для существования почти полгода, даже если там будет ядерный удар, и управлять. Так делают все, у всех государств есть системы, предусмотренные на случай различного рода экстремальных ситуаций, на случай войны. Он элементарно мог поехать в Генштаб и оттуда по телевидению управлять страной полгода. Я имею в виду полгода, там достаточно вентиляционных всех и других условий, автономно управлять. Я уже не говорю о многих других возможностях. Но он в тот вечер в панике, и вся команда оставляют все эти произведения искусства, все, которых мы теперь знаем, да? Он даже не заезжал домой, уже известно, да, что он прямо из администрации уехал. И что ему такое сказал? А как вы думаете, вот что могло заставить президента испугаться? Я думаю, что французский представитель дал интервью, он так сказал, что мы сказали Януковичу, что его то ли ждет, то ли может ждать Гаага. Они не говорят, я только могу предполагать, может быть, но еще вторая версия у меня есть, что ему мог что-то сказать Путин. Він, до речі, сказав, що він, йому надходили погрози, в тому числі щодо російської. Погрози – це, знаєте, погрози для президента, у которого в подчиненні, крім личної охрани, вооруженные сили страны з воєнними спецназами, з технікою і так далі. Це, ну, детское объяснение. А вот ну что такое? Очень важный ведь момент. Смотрите, это ведь второй раз уже, когда мы допускаем, что Путин что-то личное сказал Януковичу. Первый раз, помните, когда было уже решение подписания соглашения, и да, вдруг все поменялось, да, и он отказался. Да. И вот второй раз, когда очень резко меняется поведение человека. Более того, люди, которые сидели на переговорах, рассказывают, что, помните, было такое заявление, что он во время переговоров сказал, что он пойдет поговорить с Путиным и вернется. Да, да, да. Когда да, его Путин подставил, сказал, что это по его решению он позвонил. Говорят, что он вернулся другой. Вот что личного может быть у Путина такого с Януковичем? Какие это компромат? А скажите, насколько ну, вот в эти критические версия минуты, я это говорю, в... это важно, согласен, это не важно. Да. Сегодня что сказал? Давайте подумаем о том, что будет завтра. Это более важно. Я хотел бы еще что, на что обратить внимание. Признаки специальной операции, она политического характера, оперативного, специального, пропагандистского, это очевидно. Это не делается все с российской стороны хаотически и разрозненно. Мы видим последовательно, с жесткой эскалацией, с включением не на начальном этапе, а попозже включением военного компонента и так далее. И я еще могу предполагать, что существует еще невидимая часть этой спецоперации. Поскольку в решении Совета Федерации, мы помним, последняя фраза в резолютивной части, там говорится о введении вооруженного контингента в Украину, не в Крым. А что это означает на языке вот военных, которые получают команду Верховного Главнокомандующего России? Ведь военным ставится задача. Не просто вы заходите и там, значит, базируйтесь. Нет, ставится задача. Цель. Что делать? Какая конечная цель? Ну и дальше там все расписывается. И поскольку в этом документе в последней строчке говорится в Украину, ну у них там на Украину,
Я могу с очень большой дозой уверенности предполагать, что есть невидимая часть этой операции, которую решают спецслужбы. Что вы имеете в виду? Что это может быть? Это может быть, ну я не хочу, потому что, как правило, это неприятные вещи спецслужбы в таких случаях делают. Это называется оперативное сопровождение политико-войсковой операции. Что, не хочу я говорить. Что, о чем идет речь? Достаточно много неприятностей и паники, и различного рода... я не могу как специалист это говорить. Вот главный язык не поворачивается. Главный вывод – не поддаваться на провокации. Главный вывод, что нам нужно сейчас единство нашего... Знаете, народа. Вот я могу практически, вот допустим, да, зная, так сказать, с историей, как это делается. Вот сейчас протестанты возле российского посольства. Звенчивается там, да? Протестующие. Протестующие. А то мне так нас поймут. Да, протестующие, да. И... возмущение, кто-то там может бросить камень. И совсем не из числа протестующих, но подойдет товарищ, который будет точно как протестующий, и бросит один или два коктейля Молотова в посольство России. Камеры это быстро, что они будут готовы, они моментально это дело все заснимут. У нас по гражданке это называется провокация. Да. Да, я же сказал, никаких провокаций. И на завтра, на утро или даже на ночь эта картинка обойдет все мировые каналы. И вот это вот они бандеровцы, как они говорят, даже не бандеровцы. Вот, поэтому надо действительно, я думаю, сейчас всем гражданам, которые не причастны там, к политическим делам, к военным делам, спокойно. Достаточно силы в стране и силы, главным образом, самих людей. Если выйдет по всей Украине на завтра, в каждом городе или населенном пункте, где это возможно, если не все, то почти все население, эта сила мощнее даже оружия. Вот. Поэтому спокойно. Конечно, спокойно, как говорится, не безразлично. С выражением своего отношения, потому что то, что происходит, это такая чистая агрессия. Пока, слава богу, еще без стрельбы, но применением силы, угроза оружием, их много таких фактов, блокирование военных объектов, выход за территории своего базирования. И более того, вот пограничникам нашим, когда их заблокировали, им предложили сдать оружие, да, то есть разоружение, то есть в плен у себя дома. Вот, поэтому надо быть спокойными, а вот вопрос... военные, сейчас они уже немножко... начинают, управленческие структуры начинают работать. У них были проблемы вот на старте этой ситуации. Вопрос к вам, как к людям, которые наверняка это отслеживали и знаете об этом. Ведь наверняка такие сценарии прорабатывались. И в СНБО, когда вы там работали, и когда вы работали в СБУ. Вот этот сценарий, который произошел, готовилось вообще государство к тому, что такое могло быть? Были ли готовы, в принципе? Я не говорю, потом поступили они правильно или нет. Как страна готова была к тому, что вот такое может случиться? Могу сказать, что нет. Почему? Потому что специальные службы вот при прежнем руководстве, они во многом были, как говорят на языке профессиональном, они почти были приватизированы и достаточно сильно разрушены. Это первое. Но самое главное даже не это. Выбрано время для операции, когда в стране было... слабенькая, очень управляемая. Очень странно, кстати, они начали наступление тогда, когда уже был назначен министр обороны, а не в тот день, когда это случилось, когда еще никого не было. Было 3 дня. Знаете, у них там тоже, потому что поднять воинское соединение или даже вот эти учения, которые они начали, они, кстати, помните, было объявлено, 3 марта должны закончиться у них учения. Вот посмотрим, закончат ли они эти учения. У них было. Вот. Поэтому был выбран такой момент, который наиболее удачный. Я думаю, что другого такого момента у них уже в истории украинско-российских отношений не будет. Смотрите, был для меня как эксперта, это понимание вот этих всех угроз было очень четкое и
даже за полгода наперед. Но, смотрите, до 23-го, до закрытия Олимпиады действий никаких быть не могло. Так это все затем предсказывалось. Эти действия могли быть только в том случае, если в Крыму было бы смещение и пришли бы тот человек, который мог сделать то, что он сделать, формально обратиться к России за помощью. На это надо было потратить 2-3 дня. Ну да. Потому что даже премьер-министр Могилев и так далее, я так понимаю, они не взяли на себя этой ответственности. То есть нужна была эта раскатка. Дальше нужно было, потому что никто не видел Виктора Федоровича Януковича. Нужно было показать, что он есть. Значит, нужно было организовать. Поэтому все идет абсолютно. Почитайте Юлиана Семенова. О свержении правительств в Африке, у него есть несколько романов, все идет в соответствии с этим. Но мы должны понять, я хочу сфокусировать. Процесс начался. И самое страшное, что мы видим в этом процессе с точки зрения угроз нам, что есть стремление признать Януковича как президента Украины. И ссылка на него, что это он попросил, кстати, чтобы помощь. Россия помогла нам, ему то есть помогла. Это очень, очень опасно. И второй момент, что речь в решении федерации, федеративного собрания идет об Украине вообще. Поэтому нужно сегодня бить в набат, в ООН, среди стран-гарантов, чтобы все поняли, насколько серьезна угроза. Эта угроза, как говорил Хемингуэй, по ком звонит колокол, Украина это не остров. Это огромная, самая большая европейская страна в центре Европы. Но еще надо вот что учитывать. В Украине при всех критических оценках состояния вооруженных сил просто колоссальнейшее количество различного рода вооружений. Я просто это знаю, поскольку это... Насколько оно боеспособно? Насколько оно боеспособно? Ну, очень много боеспособного. И вы знаете, стрелять – это небольшая там сложность с стрелкового оружия. Конечно, надо. Если это боевые действия, то, конечно, это надо. Но я имею в виду, что... Ну, это не Грузия, будем говорить так, в которой не было даже подготовки какой-то, да? Я так, насколько я понимаю, мы помогали Грузии защищаться в той войне. Да, конечно. И там по системам ПВО помогали, и кое-что другое, это как теперь известно. Выяснилось, да. Да. Вот. Но я так что, развитие мысли Александра, что европейцам... Ну, надо не только там с интернета, из сообщений, телевидения. У них есть здесь представительства, у них есть военные. Во всех крупных странах разведка ведется космическая, радиотехническая. Им элементарно это все отслеживать. Когда начинался Тузлинский кризис, мы уже видели, еще только дамба начиналась, а мы уже видели, что эфир в зоне Тамани необычно вдруг вспыхнул огромнейшей активностью, ну, большинство зашифрованного. То есть военного. Шла разведка и уже было видно. Не-не, начали прибывать пополнения. То есть на военные подразделения начали прибывать, и они между собой там ведут соответствующие коммуникации, кроме там проводных. И поэтому уже тогда было видно, что что-то происходит, ну... Необычные, такого никогда не было. А сегодня, когда возможности уже есть намного больше, чем было там тогда, то есть западные, европейцы особенно, высшие руководители, не только посольства запрашиваете о том, что реально происходит в Украине, а и запрашиваете свои разведслужбы, те особенно, которые мониторят, вот, например, Турция, она же по соседству, страна НАТО. Да я уверен, что она почти все отслеживала, независимо даже от там, указания или желания. Это военная рутина, должен знать, что происходит вокруг тебя. Но я хотел бы, так, если можно сказать, в заключение, обратиться к, сейчас это глава администрации президента Путина, Сергей Владимирович Иванов. Да, Иванов Сергей Владимирович. Мы с Сергеем Владимировичем с вами были с секретарями совбезов Украины и России, были с вами министрами обороны, много встречались и в Москве, и в Киеве, и в Душанбе, и в Брюсселе. И знаем хорошо друг друга, и были в Крыму с вами неоднократно и неофициально. Знаете вы очень хорошо, что никакой там угрозы
бендеровською чи якою кримчанам, а тим більше воєнослужащим контингента Чорноморського флоту російського, там нету. События, которые происходили в Украине, главным образом в Киеве и тут недалеко от Киева, это было нечто другое, нежели то, что мы имеем сегодня. Даже в Киеве нет уже того, что было тогда, когда били снайперы, стрельба была. Поэтому, Сергей Владимирович, попробуйте найти возможность получить объективную информацию. Я знаю, что военная разведка докладывает, ну, она чувствует и понимает, что надо политическому руководству. Но я вас вот чисто профессионально, как, ну, давно с вами знакомый, могу вам сказать публично сейчас, что то, что я сегодня услышал на Совете Федерации, я смотрел все заседание, это кошмар, который... Ну, кошмар с точки зрения неправды. То, что говорилось о том, что происходит в Украине и в Крыму, и доли нету правдивости. Сергей Владимирович, попытайтесь получить объективную информацию и доложите об этом президенту Владимиру Владимировичу Путину. Если позволите, я тоже хотел бы обратиться первому заместителю министра иностранных дел России Карасину, с которым нам много приходилось работать, и который сейчас назначен спецпредставителем Путина как человек, который должен дипломатически координировать всю украинскую проблематику, что мы всегда с вами находили понимание. И даже сегодня, в это сложное время, когда есть очень большие расхождения, я считаю, что нет таких вопросов, о которых мы не можем с вами договориться дипломатически. И я хочу сказать, что вот мы с Евгением Кирилловичем с Верховного Совета, мы говорили с теми людьми, которые сегодня находятся при власти, они пригласили нас проконсультировать их. Мы готовы быть теми людьми, которые... Мы в свое время помогли найти понимание. Мы готовы сейчас подключиться. Не и просто найти... было. И да. Во время Тузлы там острота была... Готовы помочь. Второй момент. Я обращаюсь к Игорю Иванову, бывшему министру иностранных дел, руководителю РНБО Российской Федерации, сейчас который возглавляет Совет по внешней политике Российской Федерации. Дорогой Игорь, мы вместе с тобой и с другими 24 бывшими министрами обороны, разведки думали о идее нового евроатлантического пространства. Мы можем выйти из этого кризиса, создав это пространство, в котором будут на равных НАТО, Россия и дружественная Украина, как НАТО и как Россия, как постоянно нейтральная страна. А можем потерять все на десятилетия. И последнее. Я считаю, что мы сегодня должны попросить послов, которые сейчас в Киеве находятся, иностранных государств, особенно европейских, американских, пригласить наших стратегических друзей, поляков, литовцев, латвийцев, словаков, румын, венгров, чтобы министры иностранных дел срочно приезжали в Киев, выезжали на места, в Донецк, в Харьков, и во время своих личных визитов высокие делегации этих стран, пока расшевелятся другие институты, можно сказать, своим присутствием снимали вот эту всю неправду, потому что сегодня можно все это реально увидеть на местах. Нам нужно максимально пригласить наших стратегических друзей. Вы сегодня нам нужны здесь, в Киеве. Если возможно, чтобы были проведены, например, Вышеградская группа на уровне министров иностранных дел Киева. Если возможно, какое-то заседание. Выездное заседание. Да, выездное заседание. Я прошу, чтобы МИД Украины инициировал такие инициативы. Потому что самое страшное, это то, что реально не происходит то, что сегодня Россия пытается представить, как происходит. Вот последний вопрос к вам и предложение, да, возможно. Вопрос очень простой. Я знаю, что сейчас
есть попытка разных политических сил объединить всех экспертов, которые занимались вопросами безопасности, национальной безопасности. Я знаю, что была сегодня встреча Юлии Владимировны Тимошенко, сегодня было заседание СНБО. Вы как два, ну, скажем так, гуру этих вопросов. Правда ли, что вокруг этого сейчас объединяются все эксперты, и сейчас все думают об этом? Насколько это? Правда. Скажите, кто в эту группу входит? И как это вообще происходит? Кто главы в этой группе? Ну, это только начало формирования. Сегодня было, ну, не так много, но достаточно. Вас, например, Тарасюк устроит, министр с давних времен и, ну, он народный депутат. Когда следующее заседание или встреча? Каждый день, и это будет группа расширяться. Это действительно все те люди, которые в дипломатии, в вопросах безопасности работают последние 20 лет, которые своими руками создавали Украину, ее внешнюю политику, ее политику безопасности, ее оборонную политику. Нам сейчас нужно спокойствие. Да. Как я сформулировал, наш протест сегодня должен носить мирные формы. В то же время армия должна мобилизироваться и быть готова к любым решительным действиям. И мы должны требовать от международного сообщества и в первую очередь от гарантов четко, прозрачно посмотреть, что происходит, и четко сформулировать, какие мы реально получим от них действия. К вам есть предложение. Да. Смотрите, вы, как никто другой, понимаете, и вы тоже важность информационной политики. Да. У нас нам сейчас очень тяжело. Мы единственный телеканал, который круглосуточно вещаем. Это первый национальный канал, который получает везде. Если у вас есть такая возможность, мы прямо в эфире вас просим, передайте информацию. Все, что нам нужно от вас, приходите, высказывайте точку зрения, что происходит. Потому что многие люди на местах видят совсем другую картинку. Не потому, что наши коллеги из других каналов не показывают. Там есть другая сетка. Мы себе можем позволить об этом говорить все время, показывать все время. Помогите нам, ну, потому что это благое дело. Это святое дело. Я оставлю телефон, и любое время дня и ночи мы готовы прийти, откомментировать, потому что сегодня мы все должны объединиться. Я вспоминаю Тузлу. Хочешь, период. Расскажу? Да, ну вы сейчас скажете. Когда вся страна объединилась. Да. Да, к сожалению, последние события, и мне кажется, и Майдан должен сейчас выйти и обратиться к другой части Украины. Если хотите, даже обратиться к антимайдану и предложить руку. Потому что страна единая. Мы в тяжелой ситуации, но мы должны объединиться, потому что мир лучше любого вооруженного конфликта. И мне кажется, вот я сейчас хотел тоже своим российским, я, насколько понимаю, закон о языках заветирован. Нам сегодня сказали в Верховном Совете. Да. То есть его не будет. Далее. По всем другим вопросам готовы садиться и конкретно говорить. Но получилось самая сейчас третья страшная проблема, что Россия не хочет говорить с Киевом. В этом проблема. Значит, мы должны эту блокаду разбить, ну каким образом? Давайте дипломатическим. Пусть наши гаранты, Англия и Америка, говорят с Россией, а мы с ними. И, может быть, через такой тройственный диалог мы сможем говорить. Но почему Россия с нами не хочет говорить? Это тоже идет вразрез всех международно-правовых правил и требований. Если не она потому что у них операция не закончена. Если она не хочет говорить по уровню государства, давайте мы сделаем какие-то негосударственные, так сказать, каналы контактов. И ваш марафон должен этим быть. Но если вы на своем марафоне, приглашая простых людей, может быть, организуя, вот очень было бы важно то, что вы всегда делали у Шустера, делали бы это включение там из Донецка. Відкритий из микрофон. Так, да, вчора была такая вот у нас идея. Послушайте. Ну, то есть все каналы это транслировали. Ну, сейчас очень возбуждено это население. Это очень важно. Поэтому... И последнее, я не знаю, знаете ли вы или нет, но то, что мы услышали и были поражены, и мы это поддержим, и что Игорь Коломойский дал согласие. Кстати, и Сергей Тарута теж дав и Сергей Тарута, да, тоже дал. То есть вопрос состоит в одном. Сегодня объединяются все. Я хотел бы еще на завершение тоже обратиться к генералам, офицерам, старшинам, матросам, солдатам, как бывший министр обороны. Я знаю, что пару дней, может, дня три в Крыму и в военно-морских силах, и в других подразделениях было некоторое, ну, такое, я не скажу, что растерянность, но поскольку начальник штаба не был назначен, начальник министра обороны, и было такое, я знаю, очень много информации,
что, ну, мол, если не забыли, то никаких команд, никаких действий реального характера, мол, не было. Сейчас это все закончилось. Сегодня, вы знаете, есть заявление и министра обороны, и введение соответствующей готовности в вооруженных силах. Политическое руководство сейчас очень уже хорошо чувствует, что такое вооруженные силы. Сегодня у нас были беседы на этот счет, очень квалифицированные. И поэтому будьте уверены, и самое главное, сейчас как никогда дисциплинка, никакой самодеятельности. Потому что если где-то будет хотя бы один раненый с российской стороны, а спровоцировать это достаточно легко, ну, это может быть цепочка для достаточно, ну, в общем, нехороших последствий. Это не значит, что надо везде утираться, если там нахально лезут. Есть и закон об обороне Украины, закон о вооруженных силах, есть устав караульной службы, который регламентирует, что надо делать при нападении на военный объект. И вы всегда будете оправданы. Это знают все военные. Поэтому военные, вооруженные силы, генералы, офицеры и адмиралы сегодня спокойно. Ситуация берется под контроль. Мы, ну я лично, вот не думаю, что после всей той реакции, которая вот проявилась сегодня-завтра, Россия или российские вооруженные силы так безоглядно, бесшабашно пойдут дальше. Тем более, что и мировая общественность, и Совет Безопасности сегодня отреагировал. И второе обращение к журналистам. Уважаемые журналисты, в Крыму произошли очень серьезные нарушения международно-договорных документов украинско-российских. Вооруженные силы России без опознавательных знаков, с опознавательными. Сейчас это не имеет значения по одной простой причине. Других военных в Крыму, кроме военнослужащих Украины и России, нет. Украинские вооруженные силы не участвуют во всех этих глупостях, так грубо скажем, по-военному. Поэтому фиксируйте, вы решаете свои задачи, делайте то, что вы считаете нужным, но имейте в виду, что придет время, я в этом абсолютно уверен, и будет расследование. Расследование этого, по сути, вторжения вооруженных сил России и вмешательства во внутренние дела Украины. Поэтому все ваши материалы, которые вы делаете для себя, учтите, что если вы где-то включите таймер, зная, что для редакции, для экрана таймер не совсем, но для следствия включенный таймер может решить очень многое. Поэтому документируйте все то, что вы видите, бесчинство или нахальство, или противоправные действия военнослужащих не украинских вооруженных сил. Потому что для расследования вы окажете колоссальнейшую услугу. Спасибо. А я бы хотел сказать к украинским дипломатам. Вы вложили вместе с нами, вложили огромный труд, чтобы мы имели ту Украину, которую имели. Сейчас важно ее не потерять. Нужно во всех столицах говорить, что происходит. Нужно призвать к прозрачному, эффективному международному мониторингу по всей территории Украины, чтобы весь мир видел, что в реальности происходит. Нам нечего скрывать. И третье, нужна призыва, особенно к странам-гарантам, об эффективной политике сдерживания. Потому что если мы сейчас не зафиксируемся в эффективной политике сдерживания, результаты всего того, что сейчас происходит, могут быть катастрофические не только для нашей страны, но и для Европы, и для мира.
Спасибо вам большое. Перед тем, как вы уйдете, я хочу вас взять слово. Давайте завтра вечером в 8 часов у нас в эфире. Я думаю, что к концу дня будет известно. Вы будете больше что-то знать. Если у вас не будет заседания, мы вас ждем в 8 часов. Это у нас прайм перед новостями, чтобы вы подвели итоги дня. Хорошо. Спасибо вам большое. Дякуємо вам. Приходите. Олександр Чалий, Євген Марчук були в нашому ефірі.